Здравствуйте, меня зовут Шахрух. В данном видео пройдет краткий обзор на три основных метода обучения плаванию. Это словесные, наглядные и практические. Итак, первое. К словесным методам относятся объяснение, пояснение, беседа, разбор, анализ и так далее. Объяснение должно быть кратким, образным и легким для понимания. Содержать элементарные теоретические сведения и конкретные практические указания по выполнению элементов и движения в целом. Пояснение позволяет уточнить непонятные моменты. Беседа с обоюдными вопросами и ответами повышает активность занимающейся, а педагог имеет обратную связь. Разбор упражнений проводится во время подведения итогов занятия. Анализ направлен на коррекцию ошибок занимающейся. Второе. К наглядным методам относится показ упражнений и техники плавания, учебников, фото и видеоматериалов, а также применяется жестикуляция. Непосредственное наблюдение за техникой плавания хороших спортсменов, а также имитация позволяет понять технический элемент. Эффективность показа определяется положением инструктора по отношению к группе. Во-первых, инструктор должен видеть каждого занимающегося, чтобы исправить его ошибки. Во-вторых, занимающиеся должны видеть показ упражнения, отражающий его форму, характер и амплитуду. Зеркальный показ применяется только при изучении простых общеразвивающих упражнений. Негативный показ как надо делать при условии, если у занимающихся не создается впечатление, что их передразнивают. Условия повышенного шума затрудняют воспринятие команд и распоряжения тренера. Поэтому в плавании применяется система условных сигналов и жестов. И, наконец, третье, к практическим методам относится метод практических упражнений соревновательный и игровой. Метод практических упражнений может быть направлен на освоение спортивной техники или же направлен на освоение физических качеств. Первая группа больше применяется на начальных этапах, вторая – на последующих. Но обе тесно взаимосвязаны на всех этапах. На этом у меня все. Всем хорошего настроения и спасибо за внимание.